На середину октября вообще не похоже. Все зеленое. Лето вроде не закончилось еще. Места хорошие. А куда он едет? Наверх. Только по тому краю. Руслан, не очкуй, давай. Как по какому краю? У тебя же колеса большие. Там я не включил, Влад. Я уже включил, я уже снимаю тебя. Снимай, давай, шевелись. Шевелись, говорит. Пойду на кордон, скажу. Туда не ходи. Вообще с заводом были варианты. Друзья, фрут. Говорят, есть, мы ездили, твой выход. Попробуем сейчас. Конечно, бревна, я не спущен. Вот и... Блин, чуть не проехал. Липочка, Арик. Ну все, Руслан, мы пошли кушать. Жестко. Надо отвешивать. Да едет что-то. Туда-сюда раскатывай. Да, тут очень большая полка. Раскатывай, рука. Ой! Нет, все. Все. Там такой корень, как ты. Не, Рус, все, ты на пузе. Кардану пришла жопа, полой, походу. Да. Не, полой. Да, открутится. Кардану. А ну, включи. Все. Да, это полуось, Рус. Вперед не работает? Не. Да, полуось передняя. Потому что колесо дернуло. Да, и звук такой, с одной стороны был идет хороший, а мне там хороший лоб лопнул. Шарики на улице попросились. Так что делаем? Хорош. Бежим? Руслан, ты там говорил, у тебя лебедка есть в багажнике, а ну покажи. Не копай! Да, Руслан, уже на заднем приводе. Блокировка есть тут передняя какая-то? Включай. Руслан, не копай. Не копай, да. Мы то мы тебя не вынимем. Не вынимем. Не вынимем. Не вытащим. Куда? Куда вода набирает? В глушитель, что ли? А, в раздатку? Да не, она же не достает. Там сальник, там сальник. Ну давайте будем вынимать только чем. У меня нечем. Да ладно. Я что тебя видел, куда там туда? Своей? Ну а что, какая разница? Она развалится. У меня там все очень даже не очень хорошо. Миха, подъезжай тогда ты. Мне сказали, когда двигатель ставили, понимаешь, у меня там шестерня вот эта, которая в следующий, ну, и есть двигатель на остальной редуктор. Она у меня наполовину зубит.
я не могу больше своего веса тянуть. Да. Шо, щука клюет? Прикормка для щуки. Там просто нет, понимаешь, просто она не выходит на мощность, потому что ей не хватает напряжения. В этом может быть. Да, да. Да. Не хватает ампиража, не хватает. Вчера я заряжен аккумулятор, она не крутит. Сейчас будем лебедкой вытягивать. Ваня, только за фаркоп не цепляешь. Да, тут такая жестячок еще тот. Смотрите, впереди чуть не проехал, называют. Чуть не проехал. Что там? Да, нормальный заезд был. Да, шрус сломал. Так, Валера лег спать. Вот так жестко. Ну что там, пробовать? И Санёк еще есть. Что включает он? Я сейчас побуксую, посмотри, задняя блокировка включилась или передняя. Ага, хорошо, сейчас, давай. По идее, задняя, передний мост выключил. Я просто не знаю, где какая кнопка. А, я понял. Ага. Как-то не по-разному. По-разному? Ага. Не одновременно. Неравномерно. О, а вот сейчас вроде да. Хорошее место. Не, Сань, дай назад, чтобы стартануть. Чуть-чуть назад. Все, чуть не застрял. Я блокировки проверял, я не застрял. Антикоптер. Нормально едет. Все, дождь завершился, оффроуд тоже. Четкий аппарат. Да, я хоть брату машину сфотографирую. Сфотографирую. Говорит, взял у брата
за хлебом съездить, да? Ты за хлебом сказал? Что там? Ну, буксует и летит на тебя все. Да? Ханный бабай, что-то воняет она жестко. Катализатора нет. Да, да, мне тоже такая. Таблетку такую, типа квадратную. Леня пытается сжечь лес после дождя, но пока неудачно. Долго их не было. Решили вернуться, ребята, в оффроуд. Думают, что-то мы рано уехали. Что, одумались? Одумались, да? Решили вернуться? Зарядку давай. Зарядку, да. Зарядки поменялись. Так что это? Может, останетесь? Там паштет еще есть. Нет. А что это, обдув, да? А мы в шоке, думаем, куда? Как это вы вернулись вообще? Думали, Запорожец какой-то едет, потом вы показались. 80-ка, да, Запорожец. О, окно как открывается. Ну, серьезный аппарат. Где? Жигулей с москвича с УАЗика. Все версии по фарам. Бош? Оригинал. Оставайтесь. Видите, он не хочет уезжать. Блокировку заднюю надо. Жесткие, в общем. Интересно скомпонована машина. Спокойные они какие-то, эти ребята. Да, да, вообще. Прилетятся, прилетели, прилетели. Может, еще? Приедут еще раз или нет, интересно? На, будем ждать здесь. Мы вас тут ждем. Слышь, в радиусе километра животные убежали все, я думаю. Ёлки-палки. Там тепловоз, наверное, заднюю включил уже. На Дарницком вокзале. Все? Ёля, поехали. Грязью наклонила его, видишь? Валера с нами. Валерчик на месте. Как-то его покрутила жизнь, да? Так что с его стороны лопнул, думаете? Так как вы могли определить, где право? Это вверху колесо было, это не... Ну мало того, что звук был оттуда, и колесо вот так дернулось. Да. Все меньше и меньше людей в оффроуд. Так, ну что, друзья, все. Оффроуд был недолгим сегодня. Как-то. Как-то легко мы проехали везде. Ну, в конце только были небольшие препятствия. А в остальном справились четко. Что-то танковое, несмотря на эту шикарную погоду, оказалось очень простой. Ну вот, видите, лесные, песчаный лесной грунт, только тут лужи были. Грубо говоря, полчаса дождь закончился, и все, луж не осталось практически. Остались, но меньше. Плохо прокатились. Всем спасибо. Подписывайтесь, делитесь. Колокольчик включайте, кто подписан. У многих
Я смотрю, на кого я подписан, ни у кого он не включен. Потому что его раньше не было. Он уже достаточно давно появился, но если давно когда-то подписывались, его точно не включен. Оповещение не приходит. До встречи.